Вот она. Это считается русалкой? Это хвост русалки. Что, берем это? Да. Ну что, девочки, следующее задание очень самое сложное. Ксюня, Ксюнь, ты ищешь не то, что надо. Да ладно, ребята, не может быть такого. Всем привет, я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И сегодня у нас челлендж с Марио Майгад. Мы будем покупать школьную канцелярию. А выбирать канцелярию друг к другу мы будем с помощью рулетки. Маша уже выбрала для нас, так что мы уже приехали в торговый центр. Нам нужно найти всего 10 предметов. И после того, как вы посмотрите наше видео, переходите на канал Маши и смотрите ее видео. Ну что, а мы пошли за канцелярией. Сейчас мы будем крутить рулетку. Крутим. И первая тетрадь с птичкой. Класс, все, прикольно, мне кажется. У меня у самой есть тетрадка с птичкой. Ну, только там попугай, но это же тоже птичка. Так, это единорог, которого я с удовольствием бы взяла. Птичку ищи, птичку тебе надо. Фу, это блокнот. Это не тетрадь. Нам нужна тетрадь. А там... Да, нужна тетрадь. Может тоже маленькая быть. Да, маленькая, хоть какая. Разноцветная, белая, черная. Нужна, должна быть с птичкой. Может быть, если фламинго попадется. Фламинго там на... Фламинго же не птица. Как это фламинго не птица? А кто это? Нашли? Да. Вау, точно. Вот она, тетрадка это с фламинго. Уже, да, это уже тетрадь. А теперь посмотрим, справилась ли Маша с первым заданием. Я никогда не видела акварельные карандаши, никогда у меня их не было. Сейчас будем искать. Все, погнали. Вот акварельные карандаши, мне кажется, здесь где-то. Так, это... Может быть, вот это? Акварел. Наверное. Это что? Рисуешь? Да, кисточка и рисуешь. Потом мы нашли. А потом? Узбраш. А, потом кисточка. Да, точно. Да. Это они. Все, мы нашли сразу. Так, дальше выпали 10-цветные стикеры. Это будет набор стикеров, в котором будут стикеры 10 цветов. А это такое вообще бывает? 10 цветов? Не знаю. Я еще не видела. Стикеры где вообще продаются? А как 10 цветов стикеры? 10. Тут совсем не бывает. Ну как сказать? 10 цветов. Раз, два, три. Все. 4. 1. 10-цветные стикеры. Ну, они, наверное, имели в виду в одной пачке, чтобы сразу было 10 цветов. Тут тоже. Тут тоже 9, нет. Да? Так, вот. 10. Где? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Вот. А теперь посмотрим, нашла ли Маша второе задание. Ой, пошлите искать. Я знаю, где блокнотики, пошлите. Пойдем. Вот здесь блокнотики. Сейчас здесь, короче, тут очень много блокнотов. Сейчас нужно найти блокнот с котиком. Есть такой с котиком, мне не нравится такой. Есть такой с котиком, мне тоже не нравится. Я хочу найти, который мне понравится. С собачками. Это котики? А вот, смотри, с котиком. Ну, прикольно, но не очень. Вот это красивый, смотри, да? Это же котики? Вот, это хороший, котиком, да, блокнотик? Да. Вот, все. Мы нашли блокнот с котиком. Давайте дальше крутить. Третье наименование – это ластик трехцветный. Это будет сложно, мне кажется. Это четырехцветный. Нет, надо три цвета. Три, надо. Три, три. Вот. Смотри. Вот трехцветный. Это нет, уточка нет. Давай самолетик. Вот такой. Так, вот трехцветный. Желтый, фиолетовый и зеленый. Интересно, выполнила ли Маша третье задание? Тетрадь с цветочками мне выпала. Пошлите искать. Вот здесь тетрадь. Можно здесь посмотреть, сейчас подожди. Нам не котики. Ой, смотрите, какая классная. Офигенно, да? Ну, они не с цветочками. Так, дальше тут. Вот с этой стороны цветочку, вот. Ну, вот это да. Но здесь и цветочки, и птички.
Нет, тут... Нет, ну все вот, вот с этими вот... Ой, вот с этими вот котиками. О! Вот с цветочками. Вот, мне кажется, мы... А, все, мы нашли. Все, берем это. Дальше попались ароматические фломастеры. То есть в наборе должны быть фломастеры, которые пахнут разными вкусами. Ну что, девочки, следующее задание очень самое сложное, мне кажется. Фломастеры с запахом, это, конечно, мне кажется, у нас в Швейцарии такого нету. Посмотрим, как сестрички справятся. Скрутим, в общем, крутим дальше. Линейка с блестками. Это, мне кажется, достаточно легко. Вы должны выбрать просто линейку любого цвета, но главное, чтобы она была блестящая. А здесь нет блестящих? Нет. Ну вот. А может, там, где фламинго есть? Ну, пошли. Нет, я там уже смотрела. Нету? Нет. Реально нету? Нету. Точно? Блин. Я там уже смотрела все. И больше нет линеек? Это единственные линейки, которые есть? Да. Да ладно, ребята, не может быть такого. Да, ребята, у нас очень скучная канцелярия. Представьте себе, что мы даже не можем найти линейку с блестками. Представляете? Вот линейки. Может, покрасим блестками сами? Да шучу я. Смотрите, ребят, мы нашли линейку с блестками. Не знаю, вам видно или нет. У нее мелкая, мелкие, мелкие, мелкие блесточки. Да, вот видите. Что, берем это? Да. Вот еще с блестками. Да? Видите? Ага. Видите блесточки? Но она, видишь, в наборе. Но все равно считается, да, или нет? Да. Какую возьмем? Единорог или эту? И это. Вот и лама. Лама? На, держи. Давайте дальше. Тетрадь с пандой. Мне кажется, это будет не очень сложно и не очень легко. Ну так, по-среднему. Да, следующая тетрадь с пандой. Нет, это нет. Я уже, мы уже весь по всему магазине бегали. Я помню, что... Да. А, ребят, как вы думаете, это считается за панду, за, за тетрадку? Тетрадь с пандой. У нас есть вот такая вот панда. Как вы думаете, ребят? Вот даже вот... В комментариях даже не посмотришь, как жалко. Нам даже посоветоваться не с кем. В общем, ребят, пишите, берем эту панду или нет? Да. Берем, да? Давайте возьмем. В общем, мы возьмем, я не знаю, вы решайте сами, ребят. Мы вот такую вот панду нашли. А вы уже сами решайте, пишите в комментариях. У нас в Инстаграме мы выставим пост. Ссылочку в описании на наш. Да, и это сами решайте. В общем, вот это мы берем. Давайте дальше. Пенал с русалкой. Девочки, пенал с русалкой. Я, по-моему, где-то видела русалочку, только я не знаю, была она на пенале или она где-то... Да? Я знаю, где. Я видела, пошли. Быстрее, 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 быстрее. Пенал с русалкой хотя бы, пожалуйста. Тетрадь. Зайка моя, это тетрадь с русалкой. Нам нужен пенал с русалкой. Я смотри, тоже видишь, есть. Пенал. Да, есть ракушечка, есть. Нет, здесь нет русалки. Нету пенала? Нет. Да ладно. А здесь русалка? Нет, это щука. Ну, это типа рыба, да? Да. Почему не попался это? Вот она. Это считается русалкой? Это хвост русалки. Вообще-то да. Считается? Да. Ребят, как вы думаете? Ну это же от русалки. Русалка. Ребят, как вы думаете, считается или нет? Комментарии у нас закрыты. Пишите. В Инстаграм. Пишите в Инстаграм, да. Пишите в Инстаграм, считается или нет. Мне кажется, да, потому что это хвост русалки. Ну ладно, берем вот это. Ну давай возьмем. Да. Потому что другого больше нет. Итак, восьмой предмет это цветные карандаши двухсторонние. Это если сейчас двухсторонние карандаши и фломастеры, это мои самые любимые карандаши и фломастеры.
Я люблю их, потому что они занимают меньше места. Цветные карандаши двухсторонние. У нас такое есть? Мы опять оказались здесь. У нас, по-моему, есть. Я видела, у тебя было один раз, да? Не у меня. У кого? У Маргариты. Маргарита, у тебя были двухсторонние карандаши, помнишь? Нет. Я не помню, в каком классе, но я знаю, что у тебя были двухсторонние карандаши. Я хорошо помню. Помнишь, с одной стороны серебряный, а с другой там серый какой-то? Это не серый, это серебряный. Золотой какой-то, серебристый, да. Надо искать, я знаю, что было. Смотрите, мы нашли фломастеры двухсторонние, а карандаши пока не нашли. Пойдем еще искать. Выпал розовый циркуль. У меня такого никогда не было. У меня был только желтый циркуль. Я только это помню. А каких еще цветов у меня циркуль было, я не помню. Так, следующий у нас розовый циркуль. Да ладно, мне не верится, ребята. Это что, везет, что ли, нам? Хоть последний. Чуть-чуть. Последний розовый циркуль. Супер, прям сразу уже нашли здесь. На, поздравляю. Давайте дальше. Итак, последний раз крутим. И выпала ручка с фламинго. И это последнее наименование. Ручка с фламинго. Кстати, у нас есть ручка с фламинго. И черная, и есть, и белая. Так, ручка с фламинго, девочки. Это... Я знаю, что с фламинго есть много всего. Наверное, не ручка. Но не ручка, да? Которая так... Но не завязали. А нет панды или... Ой, а нет этого фламинго? Помнишь, у тебя была такая ручка? Да, только... Ну, это было... Ксюня, Ксюнь, ты ищешь не то, что надо. Она все хочет, ребята, она все хочет. Это что такое? Ручка с фламинго. Я говорила, что тут есть. Да, мы нашли ручку с фламинго. Так, нам осталось... Видишь, как я хорошо увидела? А вы ходите, смотрите, непонятно что. Большой маркер. Боже мой, это что за маркер такой? А что им подчеркивать? Вот, у моей учительницы вот такой вот. Я прям вот такое вот же видела. Круто. Мы два предмета не нашли? Да. Которые фломастеры, которые пахнут, и карандаши двухсторонние. Мы не заработали 2 балла. Мы нашли только 8 предметов из 10. Ну что, давайте теперь посмотрим, сколько предметов нашла Маша. Переходите по ссылочке в описании. Ну а мы заканчиваем это видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь обязательно на наш канал. Всем пока! Пока-пока!